Привет, это моя коллекция мини-фигурок, уже четвертая часть. Короче, приступим к обзору. Первый персонаж на сегодня — это пират, капитан. Такой вот. Ну, это из Брика. Это, он не из Лего. Второй — это тоже такой пират из его команды. С двумя пистолетами. Следующий — это водолаз из Лего Сити. У меня есть ласты, но он не может с ластами стоять на пластине. Тут у него такой аквалангистский шлем и баллон с газом. Еще такой ломик. Следующий — это точно такой же, только женщина. Дальше это уже Оптимус Прайм. Мы видели Бамблби такого же в прошлой серии, но это уже Оптимус Прайм. Следующий персонаж — это женщина-кошка с молоком и таким вот кристаллом. Это из Лего DC, короче. Так. Следующий — это из Лего Ниндзяго Мастера Кружицу. Это такой змей, он без руки. Короче, извиняюсь, он у меня упал. Ну, наверное, вы уже успели его посмотреть. Так. Это Джей. Вот у него две кунаи есть. Еще он такой с маской. Ну, тоже Джей такой. Ну, короче, вы поняли. Следующий — это пожарный. Такой с маской. То есть какой-нибудь маской. Ну, такой с экипировкой пожарного, короче. Следующий — это Человек-муравей. Из фильма «Человек-муравей». Ну, шлем такой крутой. Ну, короче, следующий. Ну, следующий — это очень странный человечек. Короче, перейдем к следующему. Следующий — это такой военный. Тоже из Брика. С револьвером. У меня есть еще такие. Сейчас вам их покажу. Вот, собственно, и они. Это такой парень, тоже военный, но у него уже винтовка. У этого тоже есть винтовка и рация. Так, следующий персонаж — это Человек-патрон. Ну, это моя самоделка. Такой вот у него шлем есть крутой. А так это, в общем, обычный полицейский. Ну, приступим к следующей мини-фигурке. Следующая мини-фигурка — это такой вот штурмовик. У него такой обычный пистолет бластерный. Ну, я не знаю, я не очень увлекаюсь Звездными войнами. Так, и следующий персонаж — это такой чел, у него отваливается рука, он тоже китайский. Ну, короче, к следующему приступим к следующей мини-фигурке. Ну вот, а это Кай. Ну, необычный, но просто Кай. Следующий — это Бэтмен. Тоже из DC. У него бета-ранг есть. Такой шлем и плащ. Ну, еще один персонаж — это пират тоже. Мне он больше всех почему-то нравится. Ну, сейчас я достану еще одного пирата, и мы продолжим обзор. Вот это последний пират на сегодня. Ну, короче, это обычный пират, только с двумя саблями. Ну, и еще следующий — это та же самая женщина, только у нее теперь есть фотоаппарат. Следующий парень — это такой вот механик. Да. Следующий парень, он еще интересней. Это из Лего Дина. Да, их уже, ну, не продают, но у меня такой есть. Мне его в прошлом году подарили. Это был... Ну, Лего Дина вроде уже не продают, но у меня есть один набор. С птеродактилем. Там вот такой был чел. Охотник динозавров. Следующие персонажи — это такие вот три военных. Ну, они вроде все одинаковые. Это такой автомат, это генерал, а это обычный парень. Ну, для него не нашлось оружия.
Бедняжка. Так, это Коул или Ниндзяго. Кстати, я вам забыл показать еще вот этого. Это тоже такой военный с катаной. Она рифленая, здесь такие зубчики есть. Да, я таких катан еще не видел. Следующий это космонавт. Ну, тоже не леговский, но все равно классный. Тут космонавт, мне нравится. Баллончики есть и скафандр. Ну, переступим к следующей минифигурке. Следующая минифигурка это такой Винникон, тоже Лего Трансформеров. Ну, а следующие минифигурки 3. Это такой тоже Лего Трансформеров. Это даже мини-мини-фигурка, можно ее так назвать. Очень маленький. Также у меня есть такой еще вот такой парень. Еще есть такой один военный. Но все из одной и той же серии. Приступим к следующей. Но уже не мини-фигурке, а к макси-фигурке. Ну, это первая макси-фигурка. Халк. Такой. Из набора про Лего Халкбастер. Набор, короче, назывался Халкбастер Смэш. Как-то так. Там был такой Халк. Ну, приступим к следующей макси-фигурке. Вы уже заметили, это был зеленый гоблин. Из Великого Человека-паука. Только атака они в общем не отличаются. Но, короче, и последний на сегодня. Это такой дроид. Тоже из Звездных войн. У него двигаются руки и ноги. Ну, на сегодня это был последний. Парень, подпишись на канал и поставь лайк. Всем пока.